Россию, за великую страну, в которой все мы живем как в едином большом доме. И согласитесь, тот город, то место, в котором нам выпала судьбой жить, создавать семьи, расти своих детей, действительно уникален во многом, потому что только у нас, собираясь за одним столом на различных праздниках, свадьбах, корпоративах, вечеринках, мы с большим удовольствием слушаем песни на русском, на греческом, на украинском языке. И у нас нет разницы, кто ты, грек, либо россиянин, армянин, либо украинец. Мы действительно живем в одном общем доме. Поэтому за нашу Анапу, за нашу Россию, подымем этот дом.